Ассаламу алейкум. Во я заводил по понятным вам причинам. Мы не будем показывать именно где мы находимся. Сейчас бойцы полка полиции специального назначения имени героя России Ахмад-Хаджи Кадырова уже начали штурм завода. Есть результаты. Иншаллах, мы покажем этим нацикам, шайтанам, этим бандеровцам, кто такие настоящие чеченцы. И вы уже знаете, потому что процентов, можно сказать, 40%, как мы приехали, мы освободили город. Наш лидер Рамзан Ахматович Кадыров нам поставил задачу, и эту задачу мы выполним в любом случае, живым или мертвым. Иншаллах, Ахмад, сила Аллаху. Берлин не был. Я не знаю, что это. 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 Я не знаю, что это.